Ольга Стеценко – гумористка. Після вдалої участі в одному з всеукраїнських гумористичних шоу миколаївські стендапери запросили її до своєї команди. Відтепер Ольга професійно займається гумором в жанрі стендап. Олександр Коваль гумором займається 20 років. Життєва позиція – тільки гумор і позитив врятують цей світ. Знає, як розсмішити людину в будь-якій ситуації. Так, доброго ранку вам. Трошки мене збили наші гості таким позитивом, хоча мені от посмішками я не можу поруч сидіти. Взагалі, як настрій зараз ранку? Як прокидались? Бо знаю, що для вас ранку прокидатися дуже важко. Просипались з удовольствием. Ми знали, що нас здесь ждут. Что нас ждут телезрители, поэтому мы были обязаны присутствовать здесь сейчас. Угу. Тем более мы очень рады, когда нас куда-то приглашают, поэтому мы с удовольствием всегда ходим. Отже, сьогодні у нас такий незвичайний день. Сьогодні міжнародний день КВК. Так, от і ви причетні до цього свята. Я вас теж вітаю. І взагалі, сьогодні будемо говорити про стендап, про вечірки, які ви організовуєте. Але для початку, я думаю, варто глядачів познайомити взагалі, що таке стендап, хто такі стендапери, хто так жартує, і звідки взагалі береться у вас усі ідеї для жартів. Розкажіть, діліться. Уважаемые телезрители, познакомьтесь, это стендапер. Вот так они выглядят. Вот так, да? Да, вот так. Просто перевел стрелки. Стендап – это форма юмора, при которой стендапер выходит на сцену и делится историей своей жизни. Насколько эта история разнообразна, насколько он сумел завернуть эту всю историю в юмор, настолько смешнее это все получается. То есть можно выйти, рассказать свою историю, это будет историческая, биографическая какая-то вот рассказ, который в университетах преподают. А вот бывает стендап Оли, получается хорошо заворачивать историю своей жизни вот в юмористическую форму. Оль, расскажи, как это у тебя именно происходит? Просто, мне кажется, нужно говорить о том, что наболело, и все. То есть есть такое понятие, как «не твоя тема». Если ты говоришь о чем-то, что тебе не близко, зритель тебе не верит. Вот и все. Но у меня мало опыта, очень мало опыта в этом деле, правда. Всего лишь у нас было, наверное, 8 мероприятий, может, чуть меньше, да, 5-8 мероприятий. В общем, с утра цифры не складываются. И каждый раз растем, учимся чему-то новому. Вот, ребята всегда приглашают именитых комиков страны, действительно, у которых есть чему поучиться. Поэтому, когда ты видишь такой уровень, то хочется становиться лучше, больше. Больше нет, наверное. Про рост у Олі просто теж тема вершить так дуже часто. Я зрозуміла. Отже, те, що кажуть, що щоб стендапи були класні, смішні, то варто стендаперу якусь свою біль прожити, так, щоб потім її переносити якось на гумор. Так? Ну да. Виходить, що так. Ну, іначе тебе просто зритель не повірить. Якщо я буду шутити про те, що дівчинкам низенького росту тяжело живеться, ну, всі посмотрять на мене і скажуть. А ти це знаєш. Слухайте, ну а ще читала, що стендапи ось про біль так говорили, що народжується все, що все одно не всім дано жартувати. Як ви до цього ставитесь? Зараз будемо хвалити себе, знаєте, якщо не займемося цим самі. Говорять, що шутки писати можуть тільки люди, у яких доволі-таки хорошо працює сообразительність, і є доволі-таки хороший запас знань, на основі якого можна писати шутки. Поэтому вот все зависит только от этого. Если вы в свое время потратили время на то, чтобы пополнить свой багаж знаний, у вас получится писать шутки, у вас получится писать не только шутки, у вас в жизни все получится. Если нет знаний, на основе чего тогда можно писать? Вот только в этом и различие. Все зависит от человека. Этому можно научиться. Писать шутки можно научиться. Есть целые курсы, есть целые программы, есть целые хорошие книги по стендапу, которые помогают, которые рассказывают схемы. Поэтому... Ты так посмотрел на меня. Есть хорошие книги, Оля. Читай книги. Да, я хотел спросить, но ты же читала эту книгу? Я начала. Правильно? Ну вот, и я начинала ее читать, потом понял, что я все уже... Ну, в общем, это не приходит. Можно, да, это не приходит. Это вот никто сверху не показывает на тебя пальцем, говорит, это будет юморист, а это будет сварщик. Нет, ну все в наших руках. А если вот детство, дитина ось может жартувати, вот все просто падают с того, что дитина может сказать, чи варто на цьому зупинятися, там, не читати, от я вмію жартувати, я щось напишу, чи краще все ж, як розвиваєтесь, можливо, свої гумористичні? Расскажу вам историю. Мне крестник позвонил позавчера, говорит, я вот смотрю «Рассмеши комика» по телевизору, хочу ехать зарабатывать деньги туда. Крестника зовут Назар, говорю, слушай, ну все, что тебе надо сделать на данный момент, это записать те мысли, которые у тебя есть, вот тогда уже будем делать с них шутку. Поэтому, если ребенок умеет шутить, если...
Ну, в общем, этого уже достаточно. Если на том возрасте, которого, в котором он это делает, он уже это начал, значит, вот определенные те знания, которые нужны для этого, он уже получил. То есть он умеет выходить за рамки обще, ну, вот, общепринятого, и все-все получается. Тобто у дитини ще може виходити, але все одно дорослим варто щось якось розвиватися. Если вот вы, вот вы привели случай ребенка, который с детства начинает шутить. Если вы не этот ребенок, вы с детства не шутили, но хотите быть юмористом, читайте книги. А як щодо, от, можливо, вашого досвіду, чи є у вас, можливо, якісь заборонені теми для жартів? Щось, можливо, не зачіпаєте? Оля, а чим ми запрещаємо тебе шутити во время мероприятия? Мне тоже интересно. Про мертвых голубей. Ну так. Нормальный жарт. То есть ты решила здесь пошутить про них? На вечеринке мы тебя запрещали. Ты решила здесь это сделать? Наболела, я все ждала момента. Ну нет, на самом деле, конечно, есть какие-то темы, на которые, допустим, ты как девушка сама понимаешь, что не стоит шутить, и все. И ребята подсказывают, им помогает опыт, да, потому что Саша уже больше 20 лет в юморе. Сколько тебе вообще лет? Мне 23. Тебе, я думала, 21. Я был тем ребенком, который с детства шутит. Нет, мне 31. Вот, и ребята подсказывают, исходя из своего опыта, что, допустим, вот эта тема, не стоит ее брать. Или, допустим, эта тема близка только тебе. Ну, как про голубей. Тобто ось плюс роботи в команді, так? Обов'язково колеги кажуть, що краще опустити, не чіпати яку тему, а яку краще підняти, і що буде дійсно жартівливо, так смішно. Истина рождается в споре, а спор возможен только если как минимум два человека присутствуют. Поэтому вот работа в команде – это самое главное, что есть. А як щодо от, бути стендапером-солістом? Хтось задумався про це? Ну от бути самим, там, без команди, є ж такі варіанти? Есть такие, Оля таким була до тех пор, пока ми не пригласили ее. Нет, смотрите, вот мы говорим о нас как организации, потому что мы представляем стендап Ника. Но есть очень много комиков, которые живут в городах, в которых нет вот таких организаций, которые объединяют стендаперов. Тогда они приезжают и выступают по разным городам. То есть не обязательно быть в команде, не обязательно иметь какую-то вот... Ну да, стендап предполагает, что ты сам написал, вышел и рассказал, да? Вот. Это просто мне повезло, что есть ребята опытные, да, которые иногда хочется посоветоваться, потому что, вот допустим, кстати, на 8 марта или когда это было... Нет, это было позже. Неважно. Мне очень хотелось шутить про девушек, которые наращивают себе ресницы, делают себе... Так, зачепили уголючую мою тему. Про ресницы, про губы и разные части тела, когда девушка себя полностью апгрейдит, что называется. Вот, и Саша мне говорит, а ты уверена, что это воспримут нормально? Потому что многие сейчас, да, наращивают себе там что-то, чуть-чуть украсить себя, и это, ну, это нормально. Вот. И поэтому у нас были сомнения, зайдет, не зайдет такой юмор. Но он зашел. Не зашел, так? Потому что если смешно, то даже если немножечко обидно, все равно это смешно в первую очередь. Ну, а от, до речі, так, от в жартах часто буває, от навіть і у відомих таких от на телевізійних проєктах ми дивимося, що жарти от такі бувають, що, ну, дійсно образливі, але, ну, просто не можеш стриматись, ну, воно все одно якось, як кажуть, і смішно, і грішно, і плакати хочеться, і смієшся, от якось ці жарти, от... Вы знаете, вот очень сложно быть юмористом в жизни. Ты всегда стараешься перевести что-то на шутку. Увидел знакомого товарища, пошутил над ним. Увидел у него шапку, пошутил над этим. Ну, то есть, все переводишь в шутку. И тут самое главное донести вот своему окружению, что ты шутишь не потому, что хочешь обидеть, а потому что, что хочешь сделать смешно. Наверное, это главный принцип всего юмора. Человек, который идет на концерт, он должен понимать, что тут он идет не для того, чтобы его обидели, для того, чтобы его рассмешили. А человек, который может обидеться на шутку, наверняка он может обидеться не только на шутку, но и на какой-то взгляд, который ему не понравится. Поэтому тут уже лично все от людей зависит. Тому треба одразу попереджати. Я так частенько буває кажу, що у мене, коли гарний настрій, я все переводжу в жарти. Я кажу, на мене не ображатися, це просто я жартую, то варто тут попереджати. Так? А ми в кінці, видите, нас, коли вже б'ють, ми кажуть, ми пошутили. Отже, ще таке питання. Я читала факт такий, що серед стендаперів дуже мало дівчат. Що їм, ну, дівчатам важче якось переносити ці жарти, відкривати свою душу, можливо, бо, як казали, що для гарних жартів треба пережити якийсь свою історію, свій біль. І дівчатам це важче. От, Ольго, прокоментуйте, як ви з цим боретесь, як ви жартуєте? Рубрика «Сексизм». Ну, сложно, наверное, потому... Мне лично сложно, потому что, как говорят мои дети, у меня память, как у аквариумной рыбки. Тяжело одновременно делать вид, что тебе
так все равно, да, потому что на сцене должен uh-huh. быть, ты должен быть достаточно равнодушный, не переживать, вот, это все, помнить текст, реагировать на то, что говорит зал, общаться с залом. Мне все это тяжело, но я все равно упорно иду, потому что хочу этому научиться, только ради того, что я знаю, что я могу это преодолеть, вот, поэтому вот так у меня. А мне кажется, что в юморе вообще глупо делить, девушки шутят так, мальчики шутят так. Угу. Как я уже говорила, все шутят то, что, что им близко, вот на эти темы, и все. Ну, конечно, да, есть стереотипы, что все девушки шутят про то, что все мальчики... О жизни, ты хочешь сказать о жизни. Все девочки шутят о жизни. Я думаю, что вот такая разница между количеством стендаперов и парней и стендаперов девушек связана только с тем, что не все девушки могут открыться, рассказать о каких-то своих проблемах публично. Не все готовы, угу. чтобы с них смеялось большое количество людей. Скорее всего, второе, потому что открыться девушке как раз... Нет, но открыться молодому человеку либо подруге – это одно, а вот рассказать о своих секретах... Да ладно, а в поезде незнакомому человеку рассказать за життя. Оля, ты сейчас рассказываешь о своем каком-то, да? Нет, у меня такого не было. Вы открываете какие-то секреты просто. Да, я тоже узнаю многое. Нет, да, наверное, если над тобой будут смеяться, а еще хуже, если над тобой будут смеяться, потому что ты не смешной. Наверное, вот так. Вот да, это неуверенность в себе. Угу. Каждый из нас боится, что у него что-то не получится, а если не получится еще при большом количестве людей, а если еще и девушки, то это прям трагедия. Да. Поэтому, Оля, ты молодец, что участвуешь и не переживаешь. Спасибо. Ну тут ще не така проста робота, так бути стендапером, жартувати, тут варто якось володіти собою, там знати, що і як. Отже, я знаю, що скоро у вас буде нова стендап-вечірка, так, уже в Миколаєві. Так, і там така фішка буде вільний мікрофон, тобто люди можуть і самі жартувати. От розкажіть про це детальніше, так от, щоб наші глядачі, можливо, долучилися теж. Вот небольшую внутреннюю кухню, это не будет прям вільний, а свободный микрофон uh-huh. в том виде, как все могут подумать, что пришел, увидел микрофон, вышел, рассказал. Нет, у нас будет идти подготовка, мы стендаперов, которые прийдут в первый раз выступить вот как раз на открытый микрофон, все-таки послушаем до мероприятия, чтобы, не дай бог, они какую-то шуточку... Тобто кастинг буде, так? Редактура будет небольшая, да. Uh-huh. А так, открытый микрофон, вот как раз эта вечеринка, которая дает возможность новым попробовать себя в этом жанре. Ну и 9 декабря, Оля говорила, мы привозим, часто привозим хороших юмористов со всей Украины. У нас будут ребята и победители «Рассмеши комика», и участники Comedy Battle на ТНТ. И, в общем, самые смешные, наверное, все, кого мы можем пригласить в эту дату, угу. к себе будут у нас. Поэтому приходите, все ребята, не пожалеете. Тут буде цікаво. Ми ще, я думаю, поговоримо, проанонсуємо, тому що це цікаво, я думаю, варто про це поговорити. Ну і зараз хочу так дати вам декілька хвилин, можливо, зарядити гарним настроєм наших глядачів на сьогоднішній день і взагалі, можливо, на майбутні вихідні. От як ви заряджаєте там гарним настроєм себе і їх глядачів? Смотрите, сегодня утром мне позвонило очень много людей. Я много говорю, да, Оля, перебиваю вообще. Позвонило много людей, говорит, будем смотреть тебя по телевизору, вот на передаче. И это заряжает, заряжает позитив, тот, который ты даешь людям. И они ожидают от тебя, что вот ты тот же ответ. Всем привет, кто смотрит, кстати, сейчас племянник Илья, тебе привет, учись хорошо. Поэтому только позитив, вот только настроиться можно, переключаясь на что-то хорошее. Если думать о том, что я проснулся, все плохо, хочу спать, ничего не получится. Надо думать, ты ляжешь спать после того, как сделаешь вот этот весь объем работы. Как все получится. Да, Оля? Что у тебя? Да, Оля. Да, не знаю, зарядить позитивом, мне кажется... Ну, каждый сам себя заряжает, вот действительно, твой внутренний настрой. Вы от нас ждете шутку, мы не можем сходу пошутить. Да. Я всегда говорю в таких моментах, я организатор мероприятия, я не шучу. Подожди, вначале ты сам сказал, что ты можешь размешить любого. О, да. Ну, я думаю, ще буде момент, ще буде час, будемо смішити. Дякую вам за сьогодні такий позитивний, таку бесіду. Я нагадую, Ольга Стеценко та Олександр Коваль були сьогодні у нас в гостях. Зарядили, все одно зарядили позитивом своїми жартами, своїми історіями. Дякую вам.